Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня 2024 год, сегодня 6 июля, лето в самом разгаре. И я сегодня лично сам хочу приготовить на сковородке рыба сазан, филе рыбы сазана со сметаной и овощами. Сейчас я буду ее, ребятки, делать, готовить. Так, как-то вот так вот. Куда ее поставить бы? Куда поставить камеру? Ну ладно, пойдет. Пойдет и тут. Так, сперва, наверное, натираю морковочки. Натираю чашечку морковочки, да? Чашечку морковочки натираем, ребятки. И лук натираем, наверное. Маслица наливаем подсолнечного и готовим. И готовим. Так. Берем, короче, терочку. А где терочка? Вот она, терочка. На крупной терочке, короче, на крупной терочке натираем. Сложновато все это будет. Ну, приготовим. Так. Сделаем так. Сейчас я, наверное, только так. Сделаем так. Да не, ее делается, короче, рыба. В сметане с овощами она обжаривается, вот это все. Надо именно на терке. Так. Так, чтобы на терке сделать. Так, сейчас посмотрим. Ну, сейчас посмотрим, как это делать лучше. Так, вот как заснять-то? Здравствуйте всем, привет всем. Сейчас я буду натирать морковку для тушения рыбы. Сейчас натирать буду морковку. Натираю морковки. Сейчас, ребятки, подождите. Стульчик уберу. Натираю морковку и потом лук. Забыл морковку я помыть, а если я морковку забыл помыть, значит ее выбрасываем. Выбрасываю морковку, потому что я забыл ее помыть с магазина. Забыл я ее помыть с магазина, короче. Сейчас, короче, будем мыть. Сейчас будем мыть морковку. Помыл морковку, можно натирать. Теперь можно натирать свободно. Так, свободно можно натирать. Так, все помыл, все убрал. Так, свободно можно натирать. Так, натираем. Сейчас, секундочку. Натираю я морковку, чтобы готовить с овощами в сметане с рыбой. Вот натираем. Кабздец. Это тяжело. Thank you.
Капец, конечно. Ой, руки отнимаются. Ну ладно, сейчас будем дальше готовить. Да и морковку натираю, чтобы с овощами готовить. И в этом, как сказать, с рыбой. Так, вроде одну ночью. Выкладываем на сковородку. Да вроде одной хватит. Куда две ты брал морковины? Куда две ты брал? Ну, одной вроде хватит. Конечно, каузец. Одной хватит вполне. Так, ну ладно. Это выкину. Вроде должно хватить. Вроде должно хватить одной даже морковины. Сковородка же небольшая, еще и рыба ложит. Так, значит, вторую морковину мы прибираем. Сейчас пакетик найду. Вот прибираем вторую морковину. Все-таки морковки много. Так, морковки много. Сейчас будем заниматься лучком. Это потом все приберем. Все уберем, короче, все помоем. Это ничего страшного. Все уберем, помоем, сделаем. Это потом все почищу, помою. Угу. Так, все приберу. Натираем лучок. Натираем лучок. Так, вот лучок тоже, наверное, на крупной терочке. Ой, глаза, 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 глаза. Глаза. Лук, 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 глаза помыть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я знал, что это лук. Ай-ай-ай-ай, не могу открыть глаза. Ой, не могу открыть глаза.
Ой-о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 й. Что-то, наверное. Ой-ой-ой. Хватит луку. Ой. Все помыть сейчас говно от лука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёлка, мой бабай. Ой. Ой, ёлка, мой бабай. Им больно. Ой-ой-ой-ой. Сейчас от луку помыть бы все. Ой. Хватит луку, пусть здесь валяется. Ой, пусть валяется. Ай-я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 й
Ай-яй-яй, ребятки. Ай-яй-яй, ребятки. Ай-яй-яй, я лук-то потер. Все сделал. А от лука-то у меня глаза слезятся. Блядь, все ждет от лука. Все, лук готов, короче. И морковка. Обалдеть. Ой, как капец. Ну все, пусть будет тушиться. Где масло? Вот оно масло-то. Ничего мне лук этот, я ж не фанат. Так, маслица налил. Должно потушиться. Сейчас еще маслица чуть-чуть подбахну. Ой, что-то мне мало налили. Пусть тушится. Вот с луком, ребятки, возня так возня. Ладно, надо устроиться от лука руки. От лука-то. Ну ладно, ничего. Это... Сейчас я уже поставил маслица, налил, короче. Сейчас пусть тушится. Одна луковица, одна морковка. Вот.
полностью хватило. Что я морковки понабирал? Ну, еще укропчик. Укропчик. Ну, это, наверное, укропчик после рыбки добавим, потому что досточка-то. Кобздец. Кобздец, ребятки. Ой, глаза. Да, вкусняшку делаю. Ой, кобздец, лук, 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 лук. Погода жаркая. Вот, ребятки, сейчас я готовлю, короче, тушу. А, из Хакасии, из Абакана. Да. Есть айфоны, есть. Просто когда-то было возможности. Купил 13-й. Про 13-й. Вот. Москве привет. Ой, блин, как сметанка. Сейчас, короче, как будет мягенько. Сейчас я рыбку буду нарезать. Наверное, я рыбку уже буду другим ножичком нарезать. Хорошо вот этим режется. Вот сюда вот такими кусочками буду нарезать. Ну, хорошо подтаяла, кстати, рыбка сазана. Не говорите, что филе, а тут кости. Так вы говорите, что это филе с костями. Еще косточки какие-то есть. Так, одна косточка готова. Они нормальные. Так вот, ребятки, готовим. Есть косточки, что ж поделаешь. Так, косточки, наверное.
Ну, аккуратно придется есть еще. Готовим, короче, рыбку на это. Ой, вообще. Здесь рыбка. Ну, потом все охуел, короче. Ну все, ребятки, рыбку нарезал. Если Сергей Курков пришел, привет большой. Если Инга пришла, привет большой. Лика Лисик, привет, всем привет. Капец, конечно. Так.
Так, досточка вымота, все хорошо. Так, как блин, пока там тушится, сейчас этот нож вынем. Так, ну сейчас ждем, пока потушится лук и морковочка. Сейчас поснимаем лук и морковочку. Всем привет! А вот, здравствуйте, всем привет всем. Вот рыба сазана уже готова. Сазан рыба. Сейчас, короче, тушим помаленьку. Вот, тушим. Сейчас перемешиваем. Смотрите. Маслица налил. Сейчас морковочка потушится. Потом ложим рыбку сюда и сметанку. Сейчас тушится рыбка, рыбка тушится, ребятки, рыбка тушится. Здравствуйте всем, сегодня на ужин рыба сазана с овощами, с морковкой, с лучком. Сейчас все потушится, все пережарится. И будем ложить морковочку. Ну, это рыбку и сметанку. Ребятки, как тяжело, вот это все. Ну да, так. Сейчас будет дальше тушиться. Так, пусть тушится, короче, помаленьку. Пусть тушится помаленьку. Ой. О, Сергей Кульков, привет, привет большой. Ну, кому интересно, тот смотрит, кому интересно. Кстати, когда человек добрый, хороший, замечательный, когда человек чистого сердца и чистой души, когда человек мудрый, причем тут образование? Бывает 9, 11, 10 классов, а какие преступники? Бывает 10, 11, 12 классов, 2-3 диплома красных. Ученые бывают, а есть и грабители, и преступники, и ужас какие. И там, короче, их и садят и в тюрьму, и туда, и сюда. А вроде-то и красные дипломы, вроде институты, вроде то и сё, вроде всё у них. А вот, кстати, вот это образование, институты, красные дипломы, там, вот это всё не даёт гарантии, что человек будет хорошим. Причем тут человек хороший или нехороший, не зависит это, что учился он или не учился. Знаний сколько есть или нет, вообще не зависит. Может, вот смотрите, раньше 100-200 лет назад вообще могли учиться читать и писать, считать могли только бояре.
знатные люди. Обычный народ не имел права знать грамоту, не имел права учиться обычный народ, потому что это был простой народ. Лет 200, 300, 150 назад, 100. Вот. Так что раньше обычно люди, там работяги, обычно люди, там конюхи, какие-нибудь пахари, им нельзя было, им вообще нельзя было учиться, потому что им это не нужно было. Так что человек хороший или нехороший, это не зависит от учебы. Вообще не зависит от учебы, какой человек будет по жизни. Как бы так. Ну вот, просто объясняю, кто понимает, кто не понимает, кто как вообще относится, а вообще я имею в виду. То, что не зависит от учебы. Не зависит, сколько он отучился, сколько он проучился, сколько дипломов, сколько ума. Ум – это не мудрость. Ну вот, ребятки, хлеб гречишный купил. Гречишный хлеб буду кушать. Сейчас, короче, кушать-то кушать. А вот получится ли у меня все это сготовить, я не знаю. Ну, вроде уже мягенько. Можно вроде рыбку засыпать. Сейчас будем снимать видео, как засыпаем рыбку сазана. Вот, ребятки, засыпаю рыбу сазана. Сколько мне пришлось повозиться, чтобы ее вот так нарезать красиво. Все, засыпаем рыбу сазана. Все. И начинаем дальше тушить. Я лично сам готовлю ужин в 2024 году, 6 июля. Сейчас все закрою, сейчас перемешаю. Рыбка будет тушиться и сметанки добавлю. Сейчас рыбка приготовится до сметаночки. А, еще раз укропчиком порежу. Сейчас петрушечки, короче, я еще положу. Ну, если смотришь, значит тебе есть зачем. Если ты смотришь, значит есть зачем. Если бы ты не смотрел, не было бы зачем. Так, если бы ты не смотрел, у тебя спрашивают, зачем смотришь. Так, нарезаем, короче, укроп. Зеленушку. Так, укроп сюда не надо. Укроп сюда не надо. Ой. Так, сейчас буду готовить. Добавляем укропчика. Сейчас подождите, посмотрю. Привет, привет большой. Вот здравствуйте, привет всем еще раз. Добавляем зеленушки сюда. Короче, зеленушки добавляем. Вот, добавили зеленушки, вот это получилось. Это ужин лично я сам готовлю, поваренок. Так, электроподстанция. Руслан, братишка, привет пишешь. Спасибо, привет, большой. Опять мыть. Ну, тут робота уже хоть не особо надо и мыть. Вот укропа хоть не особо и мыться надо. Так, чашку сейчас от рыбы. Вот от рыбы сейчас обалдею. Вот от рыбы.
Так, опять морковку убираем. Лишняя морковка. Лишняя морковка. Потом все подмету, уберу, все почищу. Ой. Так. Вот нам уже пора и сметанку-то добавлять, да? Сметанку пора добавлять. Сметанку пора добавлять. Вот, ребятки, пора и сметанку добавлять. Сейчас будем добавлять сметанку. Вот так поставим поближе. Будем добавлять сметанку. Она такая вот 15%. Вот так вот, ребятки. Новые зажарки. Это в сметане оно и должно быть. Получается топ. Вкусно. Вкусно сметанка вообще. Вообще, кстати, сметанка вкусно. Как вкусно. Вторая банка. Две банки. Потому что она уже в сметане должна плавать. Получается уже шедевр. Получается уже, ребятки, шедевр. Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня 2024 год, сегодня 6 июля, лето в самом разгаре, на улице жарко. Я тушу, получается, рыбу сазана, филе, вот, в сметанке, маслица чуть-чуть подсолнечного полил, морковочка, вот, лучок, укропчик, петрушечка, вообще все по кайфу, вот, ребят. Всем приятного аппетита! Да, я как могу, так стараюсь, ребятки. Кстати, я еще и чеснока сейчас туда покрошу. Сейчас еще с чесноком повозиться. Ходил я на рынок, потом в магазин. Все постарался, взял, ребятки. Ну что?
Так, чесночку туда забабахаем. Чесночку. Ну как проварится чесночок? Да я сейчас это все уберу. Сейчас я это уберу. Все почищу, это поможет. Сейчас все прибьем. Сейчас буду прибирать. Так, все, сейчас уберу. Так, так опять руки мыть. Так что, ребятки, вот как получается, сейчас покажу. Вот как получается. Сейчас накрою. Так, перемешать надо, потому что оно в сметане будет. Ну вот, наверное, вторая часть будет, как я буду кушать. Как я буду кушать, вторая часть будет. Вообще слюнки оближешь.